Завершается набор на курсы программирования в лицее Академии Яндекса. Бесплатные двухгодичные курсы по программированию приглашают школьников 8-10 классов. В этом году новых учеников набирают 5 площадок в Ханты-Мансийске, Белоярском, Сургуте, Лангепасе, Нижневартовске. До 10 сентября включительно старшеклассникам нужно заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта. Там же можно найти примеры заданий прошлых лет. Это поможет подготовиться. За 2 года обучения лицеисты освоят промышленное программирование на языке Python. Им предстоит изучить основы, а затем научиться решать прикладные задачи, создавать приложения с графическим интерфейсом и разными библиотеками. Образовательный проект реализуется в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».